А мы на этой карте, ебаны, блядь, будем играть, вы что, ёбнулись? Моя девушка сказала, что карта полное говно. Я думал, твоя девушка сказала, что поменьше кушал сало. О, кстати, у нее там сало с улицы завтра должно быть готово уже. О, прекрасно, просто все. Ты знаешь, куда ехать за следующей партией. Кстати, может, уже и сейчас готово, не пересолить бы. Да ну, невозможно пересолить сало. Правда? Ну, чем соленее, тем лучше, и оно же не портится. Не, ну серьезно, нельзя его пересолить, просто я не в курсе, я первый раз солю. Не, нельзя. Ну, бля, я не знаю. Да можно, что-то. Не, обычно сало солит, чтобы оно не гнило, типа, не портилось. То есть прям так за себя и за баб. А ну, если ты прям хочешь так, чтобы прям смаковать, прям специи туда нахуячил, тогда, возможно, и можно. То есть тогда немножко соли, до хера специй, и оставь все это мариноваться. А вот если ты просто соль кинул, то, ну, смотря что тебе нужно, короче. Ну, я луку нарезал, чесноку, лаврового листа, специи немножко бросил и соли засыпал. О, тогда пизда, тогда не надо. Да. Хотя оно вроде не должно сильно пропитаться, но фишка в том, что оно, в принципе, херово впитывает специи, кроме соли, конечно.